это та дивизия, которая умирала. Маме я ничего не сказал. Тяжко было. Живому на лбу выразили звезду. А почему вы никогда не жалуетесь? Они, значит, в первую очередь отстреливают офицерский состав подпись Сталина. А вы когда-нибудь думали, что проживете 100 лет? Профессия моя строитель, а не антрополог. Это же страшное это оружие было. Про эту эвакуацию почему-то никто не вспоминает. А вы рады, что вы столько всего построили? Становишься гнусным, что-то гнется к земле. Вот ответ мой на этот сложный вопрос. Смотрите программу «Обернитесь» 9 июля в 18:45.